влюбился в этот продукт и впоследствии стал постоянным клиентом, либо консультантом, либо, возможно, даже лидером компании Oriflame. Итак, встречайте, бриллиантовый директор из Украины Элеонора Бездарко. Успешных лидеров компании Oriflame. Я невероятно счастлива и поздравляю вас с тем, что вы квалифицировались на первую конференцию менеджеров. Аплодисменты вам, мои дорогие. Это очень круто, правда? Вы знаете, я живу и работаю в Донецке. По образованию я учитель химии и биологии. И очень долгое время работала в школе и считала, что профессия учителя самая лучшая на Земле. Есть в зале педагоги, кто меня может поддержать, правда? Но всегда профессия как-то это была не совсем оплачена. И очередной раз, когда я получила небольшие деньги за то, что мой класс был самый лучший класс года в школе, $10 и грамот лучшего учителя, я поняла, что нужно что-то в жизни делать по-другому. Чтобы своим детям долго не объяснять, почему не получается, а что я сделала для того, чтобы получилось. Потому что для меня важно быть очень крутой мамой для своих детей. Если в зале есть мамы, наверное, они меня поддержат, правда? Вы знаете, в жизни у человека бывает либо опыт, либо победа. И на самом деле мой приход в Oriflame, он не первый, потому что я всегда регистрировалась к одному и тому же спонсору Галине Яковлевне Кармалите. Ну, я сразу увидела возможности компании Oriflame. Только со временем я поняла, в какой мы великой компании. И на самом деле, на первом этапе у меня существовали такие проблемы, что я в каталоге хотела купить все, что я хочу, а когда я давала каталог клиентам, почему-то они не покупали все, что хочу я. У кого-то уже такая ситуация. Я не знала, как с этим работать. И я начала работать с продуктом. Сначала у меня в сумочке лежал смягчающий крем 1276, потом тушь 107-82. Я всегда показывала ее людям с моего окружения, пыталась накрасить, дать понюхать наш смягчающий крем. Ну, я понимала, что эти продукты малопальные, и большой объем продаж, и большого звания на них не сделаешь. И в компании появился новый ресурс. Это системный уход за лицом, комплексный уход и коллаген. И вы знаете, мы с моей командой очень хорошо начали работать с этим комплексным уходом. Потому что на самом деле тушь и гель для душа девушка может купить вообще в любом месте. Но уход за лицом, уважающая себя девушка, купит в том месте, там, где проверено. Согласны со мной? Потому что мы с вами, женщины, очень бережно относимся к своей внешности. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Как мы работаем? Если это теплый круг, мы этот комплексный уход даем просто потестировать людям домой на 2-3 дня. И полную инструкцию, что нужно делать. Очищение, тонизирование, питание, увлажнение питания. Если это холодный круг, мы приглашаем на спа-уходы. А если это запуск в команде нового комплексного ухода, то мы приглашаем наших клиентов стать участниками экспертной группы. Поучаствовать, даем пробники, показываем, что наш уход за лицом самый лучший на Земле. А второй продукт, на который мы делаем акцент, это Аймега. Потому что в наше сейчас турбулентное и очень такое время, где мы подвержены стрессу, Аймега является сильнейшим антидепрессантом. И мы говорим нашим женщинам, если вы хотите навсегда быть молодыми и красивыми, вы должны пользоваться этим продуктом. Вы знаете, как вы думаете, мне люди говорят «нет» или «нет»? Говорят. Очень часто говорят мне «нет». Но я с компанией Oriflame побывала в 15 странах мира. И когда я лежу на одном из океанов, трех которых я побывала, Атлантическом, Тихом или Индийском, я с благодарностью вспоминаю тех людей, которые мне сказали «нет». И низко кланяюсь тем людям, которые сказали мне «да». Представители моей команды, те люди, которые мне сказали «да», находятся в этом зале. Это команда Дарклуба. Девчонки, вас люблю, спасибо вам большое, что вы есть. И сейчас мне хочется поделиться с вами тремя секретами успеха, которые помогают нам. Первый секрет успеха. Вы должны работать в системе. Это действие, которое вы делаете регулярно. Второе. У вас должно быть обязательно вдохновение.
вдохновение для этого действия. И третье. Есть такое понятие, как сила духа лидера. Оно нам не написано ни в одном плане успеха. Его нет. Оно у вас вот здесь, в сердце. Будьте сильными, успешными и путешествуйте всегда с компанией Oriflame. Я вас очень люблю. Предлагать нашим клиентам может принести нам хорошие продажи в нашей команде, гарантированно приносит нам хорошие продажи.